Понравилось мне тут горно-алтайские здания. Это шли, мне было интересно, это пчелоцентр. Оно построено как замок. А вон, а наверху окна вон под соты такие сделаны. Еще шикарно. Ну а там, конечно, горы. Это тут в магазин мы сходили в Горно-Алтайске. Вон там просто склон шикарный. Сейчас я увеличу, наверное, будет лучше видеть. Вон там какой-то есть цветной. Желтая, там и красная есть. Интересно тут, наверное, жить. У них тут везде склоны, везде горные. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. А там, вон там на горе, частный сектор. Наверное, с той горы вообще шикарно. Там на горе какая-то беседка. Ну, не на самой высоте, она где-то на склоне.